Осенью 2011 года в очередной раз мы посетили Бразилию. На этот раз были братья с России, Германии и Америки. Планы миссии – достроить церковь, посещение бедных кварталов, приюты, школу, колонию староверов и дом престарелых. В бедных кварталах люди по-прежнему нуждаются в гуманитарной помощи, которую мы привезли и раздали им, приглашая их в церковь. В Бразилии очень много детей низкого сословия, которые очень нуждаются в духовном воспитании. Ибо Слово Божие говорит: «Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Если хочешь достичь, если хочешь достичь, читай свою Библию, молись каждый день, если хочешь расти. Мы также посетили школу, старшие классы, где было очень много молодежи, и провели в большом зале служение.
смеяться, улыбаться вместе со всеми. Мы любим Иисуса Христа. И поэтому мы здесь. Но вы объединились и приехали сюда для общего дела. И мы строим церковь, где будут славить нашего Христа. Да будет очень хорошо. Да будет много радости. Господь позволил нам посетить дом инвалидов, эти пожилые люди очень нуждаются в слышании Слова Божия, особенно в преклонном возрасте. В этот раз были у сестры Марии, которая с радостью приняла нас в свой дом, где мы имели горячую встречу и хорошее общение и беседы. После этого нам удалось найти еще одну колонию староверов, где также было общение и раздавали Новый Завет. Бразилия – это живописный уголок земного шара с его незабываемо красивой природой и живностью, реками и водопадами. Да благословит вас Господь и воздаст вам за ваши молитвы
и участия. Pois a terra santa.